Сегодня плечи, жим гантелей сидя, 5 подходов по 15, 12, 10, 8, 8 повторений с прогрессией весов. Второе, жим в машине Смита сидя, тоже 5 подходов по 15, 12, 10, 8, 8, 6. Это в суперсетах. Боковые подъемы 4 по 12, третье упражнение. Четвертое, вертикальная тяга, протяжка 4 по 12. Пятое, разведение рук с гантелями лежа грудью на наклонной скамейке 4 по 12. Шестое, шраги со штангой перед собой 4 по 15. И шраги со штангой за спиной 4 по 15, ни разу не делал. Итого будет 30 подходов и 824 повторения. Ну, то есть такой достаточно сложный, высокообъемный тренинг. И причем ряд упражнений нужно будет выполнять в суперсетах. Сейчас легкая разминка и начну. Снимать очень неудобно, потому что в разных концах находятся гантели, штанги там и так далее. Ну, не знаю. Если получится, то получится. Нет, так нет. Не знаю, конечно, скакать, блин, туда-сюда и снимать, и делать очень неудобно. Ну, короче, сейчас жим гантели сидя. 5 по 15, 12, 10, 8, 8. То есть сейчас должен начать с более легкого веса и, дойдя до 8 повторений, выйти на предмаксимальный. Так, 15. Ну, 15 можно начать, наверное, с 18. Будем пробовать. Так. Так, потом на 12. Может, даже переборщил. Сейчас. Записывать буду. Значит, первое 18 кг. Так, 12. Значит, 20-ку надо брать. Кто бы еще закинул? Thank you.
на 12. Ну и вот так должен увеличивать все. А переложить не можете? Где-то 22 сейчас будет, ну не где-то, а 22. Хотел сказать, что где-то 90 секунд отдыхаю. Здесь суперсетов нет, поэтому вот так более-менее спокойно. Как представишь, что еще впереди 4, и еще эти не закончил, ну то есть подхода, жуть берет. Сейчас 10. 10 раз надо пожать, ну 22 придется. Оп! Отдыхаем. И далее 24. Два подхода по 8. Бляха-буха. Ну, реально тяжело. Надо снижать вес. Попробую еще раз. Ну, последний подход по 24. Как бы 8. Это в первом круге еще же 4. А вот эти 4 круга вес, конечно, снижу. Снижать буду. Тяжело. Это, конечно, еще... Еще не для моих мышц такая нагрузка. Тем более, такую пирамиду я ни разу не делал. Авель Альбинетти. Так что ему 30 лет? Понятное дело, фигачить можно. Такие объемы. Бицепс, кстати, выдержан. Но... Бицепс проще, это многосуставная вещь, вот то, что сейчас. Ух! Закидывать неудобно. С заменой
Опять-то забедренного. Поддернуть не могу туда. Приходится выжимать отсюда. Ох. Ух, вот это первый круг, а еще 4 таких. Ну, дальше жим на скамье. Здесь как бы ничего особо интересного нет. Все то же самое, 5 подходов. 15, 12, 10, 8, 8 и 6. Первое сидя я уже сделал. Дальше вес увеличиваем и 8, 8, 6, 6. Ну вот это второе упражнение, ну и так далее. Начинаю. 10 килограмм на 7,5, по 8, еще раз по 8, и потом 35 на 6. Что-то тяжело идет. Ладно. Будем 30.
успеет добивать. Еще тогда зона 35, но вот. 35. Еще один подход сделаем. На 7 сейчас сделаем. Уже 2 часа 15 минут. Из шести упражнений сделал только 2. Очень тяжело. Ну, веса большие тоже, как понимаете. Такие предотказ. Второе упражнение закончено. 5 подходов, как и в первом. По 15, 12, 10, 8, 8, 6, 6. Поехали дальше. Буду делать так, насколько позволяют плечи. Пусть
пусть не очень технично, но зато не повреждено, ну, чтобы не повредить плечевую сумку, чтобы заработать импичмент-синдром. Плечам комфортно и гладко. По 12. Thank you.
все, сраги остались. Сраги сразу сотки. Так, сейчас иду на 130 шраги. 12 раз. Ну не знаю, сделаю 12, нет? Вроде худо-бедно сделал 130. Никогда ж такой вес не держал. Может, техника хромает. Ну, спина нормальная. А трапеции нагрузились. Ну, что еще надо? Вот на сегодня все. Фух. Ну вот, как-то такая актуальная форма. Ух, сводит мышцы. Ну вот, после трехчасового тренинга глюкоза 5,4, лактат 4,8. Ну, это после шрагов со 130 кг. Нормально. Сейчас вело, и глюкоза должна еще упасть.
А локтях тоже. Отлично все. Хорошая тренировка, сложная только. 3 часа пилить веса. Ну так, прикольно вообще. Все дома. Лактат 2,2, идеально. Глюкоза 5,4, так и осталось. Все, сейчас белок и потом еда.